Да и придется, конечно, их прижимать, пользоваться, нахуй я это все рассказываю. Поднести их к маломальски, пык-пык-пык-пык-пык. Постоянно искать зарядку. Зарядку. Бабка за детку, детка за редку, внучка за жучку, жучка за сучку. Если уж сравнивать наушники, так по полной. Нас после выхода обзора наушников Huawei FreeBuds Lite много спрашивали о том, что лучше купить, Huawei FreeBuds Lite или AirPods. Не уверен, что мои ответы удовлетворят всех, но тем не менее я их дам. В первую очередь стоит отметить, что это два совершенно разных типа наушников, но я думаю, что те, кто задают такие вопросы, это знают. Если AirPods — это полноценные вкладыши, то Huawei FreeBuds, что первого, что второго поколения, то есть что обычные, что Lite-версия, это полноценные такие затычки, то есть внутриканальные наушники. Но не стоит думать о том, что если здесь есть резиновая амбушюра, то шумоизоляция здесь что-то вау. Нет, это совсем не так, и наушники по шумоизоляции, ну, где-то близко, хотя здесь она все равно лучше. Со штатными амбушюрами наушники пропускают слишком много шумов. Конечно, их можно заменить, можно купить какие-то более дорогие, можно взять более качественные, более плотные от других наушников. И тема реально работает, я пробовал, звук становится более классным, более насыщенным, шумоизоляция становится выше, в общем, появляются новые частоты. Все классно, все хорошо, кроме одного. Если положить такие наушники с такими амбушюрами в кейс, он просто не закроется. И так происходит в 95% случаев. Если вы найдете что-то, с чем кейс закрывается, то, скорее всего, это будет что-то типа штатных амбушюр, которые, ну, мягко говоря, так себе. Я думаю, что Huawei осознанно пошла по такому пути и сделала наушники, если можно так сказать, более звукопропускающими. По крайней мере, они даже сами в некоторых местах делают акцент на то, что вы не глохнете и не изолируетесь от внешнего мира, а это все-таки как-никак безопасность. Несмотря на это, если сравнивать эти наушники с точки зрения прослушивания музыки, подкастов и чего-либо другого в транспорте, то однозначно здесь плюс у Huawei. Я бы даже сказал 1-0 в их пользу, потому что хоть какая-то шумоизоляция, но у них все-таки есть, и хоть что-то в них дослышно. Не менее важным моментом является и то, как наушники спариваются с телефоном. Я думаю, многие знают, как работают AirPods. Для этого достаточно просто поднести их к любой маломальски актуальной технике Apple, будь то iPhone или iPad, открыть кейс, и сразу появится плашка, на которой будет написано, что наушники готовы к сопряжению. Это если они не были сопряжены. Если они уже были сопряжены с этим устройством, они просто подключаются. С Huawei FreeBuds не все так просто. Если их просто поднести и открыть, ничего не произойдет. Первое спаривание надо провести вручную, при том, что с iPhone, что с Android смартфонами, а вот дальше они работают как обычные классические беспроводные наушники. Когда их включаешь, они сразу подсасываются к нужному устройству. Тут нужна присоска. Здесь то же самое. Открываешь кейс, а они подключаются. Вот так это работает. В общем-то, тоже удобно, но не совсем как у AirPods. Притом, если AirPods так хорошо спариваются хотя бы с техникой Apple, то Huawei не спаривается так ни с какой техникой. Можно было бы предположить, что с Android-смартфонами они будут работать по-другому, особенно с Huawei, но это не так. Все равно все то же самое. Что с iPhone, что с Android. При том, что касается качества работы, я не могу отдать никому преимущество. В целом они работают отлично, никаких проблем с ними не возникает, что с одними, что с другими. Да, периодически бывают моменты, когда, допустим, один наушник отваливается, не подключается, есть какие-то проблемы со звуком, но это бывает и у AirPods, и у Huawei. Притом практически одинаково редко, поэтому я не могу отдать никому из них преимущество в этом моменте. А вот что касается удобства посадки в ушах, то здесь все субъективно. Одни принимают только AirPods, потому что они говорят, мне не нравится, когда в ухе торчит какая-то резинка, другие наоборот считают, что можно пользоваться только такими наушниками. Но, как ни странно, я вообще люблю внутриканальные наушники, но в данном случае я бы отдал преимущество, наверное, все-таки AirPods, потому что здесь, на мой взгляд, не хватает каких-то дополнительных элементов, которые удерживают наушник в ухе. Да, он вроде сидит плотно, но в какой-то момент он может резко выпасть. Один раз у меня было такое, что он выпал, и я даже не понял, как это произошло. Он настолько резко начал вываливаться из уха, что я даже не успел поднять руку. Хотя, если слушать в обычных условиях, никаких проблем не возникает. По времени автономной работы преимущество однозначно на стороне AirPods. С другой стороны, если заряжать наушники раз в 2-3 дня, то и FreeBuds будет нормально работать. Поэтому на стороне AirPods находится преимущество только в той ситуации, когда вы где-то в дороге и не хотите пользоваться дополнительными пауэрбанками, где-то постоянно заряжать наушники. Тогда да, однозначно AirPods, они проработают дольше. С другой стороны, в дороге важна и шумоизоляция, которая хоть какая-то есть у этих наушников. А вот что касается удобства извлечения из кейса, здесь я однозначно отдаю преимущество Huawei, потому что здесь все просто и логично. Просто берешь наушник за ножку, просто вставляешь его в ухо и просто пользуешься. Когда ты пользуешься AirPods, его надо открыть кейс, ну ладно, это нормально, открывается он легко. Дальше его надо как-то оттуда достать, не уронить, развернуть и после этого вставить в ухо. На мой взгляд, это не очень удобно, хотя, наверное, это дело привычки. Еще одним моментом, который мне нравится у AirPods, но не нравится у Huawei FreeBuds, является невозможность у последних управлять воспроизведением. Можно только остановить или запустить музыку и вызвать ассистента. Наушники от Apple дают возможность перелистывать песни, а для меня это важно.
В остальном назвать каких-то существенных отличий между наушниками я, наверное, все-таки не смогу. Потому что и те, и другие отлично работают, не глючат. Можно пользоваться одним наушником как гарнитурой или для прослушивания музыки и в том варианте. И обе модели поддерживают обновление прошивки. Непонятно, зачем это нужно, но они их реально поддерживают. А вот если вы думаете, что Huawei лучше работает с Android-смартфонами, то как бы не так, я разочарую. Они работают со всеми смартфонами абсолютно одинаково. Если остались дополнительные вопросы, пишите их в комментариях, либо я, либо кто-то другой на них обязательно ответит. Также добро пожаловать в наш специальный телеграм-чат, где вы тоже сможете задать какие-либо вопросы. И, конечно, не забывайте про наш инстаграм, потому что в сторис на следующий день после выхода обзора я задаю вопрос, что еще вы хотите узнать. Вы пишете свои вопросы внизу, самые интересные я из них выбираю и, конечно же, отвечаю на них. Поэтому до новых встреч, скоро увидимся и всем пока. И то, что подходит, не дает, дает, не дает, не дает, 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 не дает. То дает, то не дает, такова наша жизнь. Так и живем.